И всем привет, с вами Клева Эй, и сегодня я покажу видео о том, как установить зимний мод для GTA San Andreas на Android. Один чувак меня спросил в комментах, как же это сделать. Вот, и я думаю, не только у него будет такой вопрос, но и у множества людей, которые посмотрели это видео. Поэтому я решил заснять для вас это видео. Ну что ж, поехали! Так вот, для начала нам нужен проводник. Без разницы какой, но лучше использовать есть проводник, так как он, ну, более удобный. Давайте зайдем в него. И вы должны скачать 3 или 2 файла. Во-первых, зимние машины. Это будет ссылка на пак с машинами. Также я скину на видео, как устанавливать эти машины. Вот. Вы их просто распакуете в удобное место, а потом вы по видео сделаете установку этих машин. Дальше у нас есть дата. Получается, это будет пак вот здесь находиться. И плюс еще АПК, то есть приложение, которое нужно скачать. Вот, файлс, вы должны нажать ZH, выбрать путь. И выбираем Android Data. Я этого делать не буду, так как у меня уже все установлено. И АПК потом скачается, вот здесь файлик будет. И еще ссылка на кэш GTA, который нужно обязательно установить. Я кину ссылку на сайт, где можно это скачать. Вот, там будет папочка, где вот эти два файла будут. Если что, вот эти все файлы, я их для видео сделала, потому что у меня памяти нету, чтобы их еще раскачать. Короче, у вас будет вот такая... Короче, вот эти два файла нужно кинуть в... Получается, сейчас вам покажу Android OBB. Чтобы у вас получилась вот такая папочка, и там было два этих файла, вот так. Как-то вот так получилось. Мне кажется, я все рассказала подробно, все, что надо было. И, в общем, всем спасибо за просмотр, с вами был Клевый. Всем удачи, до новых встреч, пока.